На проспектах Алматы появляются плакаты активистов. Народ объявил свои мирные требования к 6 июля. Дорогие братья, сестры, те мои единомышленники, которые со мной. Да, нас сейчас много. Мы сейчас уже сплотились, но этот режим, он продолжает с нами бороться. Почему? Мы вас призываем выйти на мирное шествие. Судя по вот этим словам, наверное, всем все понятно, что мы не желаем никому ни войны, ни какого-то терроризма. Мы не экстремисты. Мы народ великой страны, Казахстана. У нас есть выбор. Шалкет. Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм и Телеграм.